Тем временем США подтвердили гибель 6 американских солдат в Афганистане. Военные были убиты в результате теракта близ главной авиабазы США «Баграм». Это в 50 километрах от Кабула. Террорист, увешанный взрывчаткой, атаковал патруль на мотоцикле. Ответственность взял на себя радикальное движение «Талибан». В последние недели его боевики развивают наступление. Под их контроль перешло несколько районов Афганистана, а также крупные города. К примеру, Кундуз близ таджикско-афганской границы.